Встречайте, девушки, выйдет рубашка, ура! Любой вменяемый человек чувствует, живя в нашей реальности, что маленько все прибаливают, и поэтому естественным выражением этого чувства явилось создание коллекции смирительных рубашек. Смирительные рубашки – главная способность фиксировать руки человека, чтобы он не наделал чего-нибудь плохого. На мне надета смирительная рубашка, сделанная, стилизованная под русский народный стиль. Мне кажется, она символизирует какую-то скованность, не дает самовыражаться и... наше современное общество. Мне кажется, что сейчас люди больше сходят с ума, чем когда-либо. Мой наряд, я бы его охарактеризовала как демисезонный. Самые стратегически важные места закрыты, так что... И есть еще и вентиляция. Представляет из себя дуализм слабовиков и силовиков. Такая, в общем, основа нашей государственности. Вот группа «Сосну» придумала такую концепцию показать людям, как, в общем, справляться с кризисом того, что происходит вокруг.